Детский конкурс красоты провели в Новосибирске. Его участницы – девочки с церебральным параличом и другими патологиями. Но маленькие мисс продемонстрировали завидное упорство, чтобы дойти до финала. Куда в итоге приводят мечты, расскажет Рута Келлер. Марусе 5. Ее развитие задерживается на 3 года. Саша сегодня нуждается в реабилитации. У девочки диагноз – детский церебральный паралич. Злата недавно перенесла операцию на ножки. Это далеко не первое врачебное вмешательство. Но все диагнозы не мешают девочкам соревноваться. Ведь маленькая мисс – это конкурс красоты для особенных детей. Улыбнись сейчас, улыбнись. Вот эти вот яблочки, когда появляются, их надо румянить. Когда мама сталкивается, ну, семья, да, с таким диагнозом, то... Это такой стресс, который сразу переворачивает всю жизнь, много мыслей, да, в голове, и как бы одна из мыслей, что мы не сможем жить полноценной жизнью, так же, как и все, какие-то эмоции получить, где-то себя проявить, в жизни попробовать. Но вот благодаря нашим волонтерам, нашим благотворителям, которые заинтересованы в счастье наших детей, в нашем счастье, да, в нашем социуме, устраивают нам такие конкурсы, дают возможность себя проявить, наполнить свою жизнь, сделать ярче. Позади уже 2 этапа – фотосессия и видеоролик «Моя мечта», в котором участницы рассказывают о самых заветных желаниях. Сегодня дети пробуют себя в кулинарии. Маленький мисс под руководством шеф-повара готовят пиццу. Пицца солнце, пицца счастье, да. Пицца улыбка. У нас, наверное, больше похоже на ромашку, на цветок. Каждый конкурс продуман до мелочей. Профессиональные визажисты, фотографы, повара работают на добровольных началах. Это достаточно сложно, пришлось даже перекроить некоторые этапы и пересмотреть финал. То есть мы очень долго искали режиссера, который непосредственно сможет работать с такими детьми. Благодаря конкурсу удалось исполнить заветные мечты девочек и мам. Например, Арина на очередном матче хоккейного клуба «Сибирь» выступила с группой поддержки. Милене, узнав о сложном диагнозе, новосибирский меценат оплатил дорогостоящие лекарства. А вот желание Саши еще можно исполнить. Малышка мечтает о белом шпице. Просто горят глаза, когда она его видит. Ну, просто ей хочется иметь друга, иметь маленькое существо, о котором можно заботиться. Но мечты самые разные, просто именно жизненные. Не полететь в космос, а именно такие. Научиться петь. Рисовать. 9 участниц и 9 призов. Еще одна изюминка конкурса – в нем нет проигравших. Каждая девочка в финале получит подарок. Но для родителей особенных детей призы не самое важное. Главное, что сегодня Ира, Дина, Рита, Лера, Саша, Арина, Маруся, Милена и Злата улыбаются. Рута Келлер, Артем Валевич и Алексей Зубило. Новости ОТС.